Классические шторы, теплый свет люстр, на потолках лепнина советского периода. Эти интерьеры Щелковской центральной библиотеки теперь остались только на архивных видео и фотографиях. Библиотека меняется, в ней начался капитальный ремонт. Нами был осуществлен дизайн-проект современного пространства библиотеки с новым ремонтом и благоустройством. И именно на основании дизайн-проекта и проводятся сейчас ремонтные работы здесь. Центральная библиотека проживает по адресу улица Пушкина, 30. Здесь она поселилась в 1959 году, через год после постройки дома. Первый этаж, очевидно, изначально предполагался под это учреждение культуры, о чем свидетельствуют лепные глобусы и книги под потолком. С тех пор в помещениях проводились только локальные косметические работы, плюс отделка пары кабинетов. Так что ремонт можно назвать долгожданным. Долгожданный и очень нужный для того, чтобы привлечь читателей, порадовать их новым современным интерьером, мебелью и услугами в том числе. В прошлом 2023 году библиотека отметила 110-летний юбилей. И ремонт – это еще и подарок от учредителя – администрации городского округа Щелково. Надо отметить, что работы коснутся только помещений, которыми пользуются читатели – читального зала, книгохранилища, абонемента, гардероба. Готовясь к ремонту, сотрудники библиотеки заботливо упаковали книги, разобрали стеллажи и вывезли все в другие библиотеки города. Основной объем приняла на себя юношеская библиотека на Талсинской. Туда же переехали и сотрудники, которые сейчас проводят книжную инвентаризацию. А в центральной будут заменены полы, потолки, в духе времени переоформлены стены и дверные проемы. Интересно, что в помещении были демонтированы некоторые перегородки. И, например, между читальным залом и книгохранилищем образовался проем во всю стену. Но это только на время ремонта, потом его опять закроют, потому что другие планы. В читальном зале, где мы сейчас находимся, мы хотели бы сделать современный такой вариант читального зала с элементами концертной площадки. Мы планируем сделать сцену, на которой будут проходить у нас театральные постановки, которые неоднократно проводились в библиотеке. Открытие выставок, концерты, встречи с писателями. Сцена очень нужна в библиотеке в том числе. Работы продлятся не один месяц, ориентировочно до октября, и это только строительно-монтажные. Потом предстоит закупка мебели, ее установка, монтаж, заполнение книгами. Читателям же не грустить, ждать обновления любимой библиотеки и пока ходить в другие. Читатели могут приходить в любые библиотеки городского округа Щелково, где им удобней. Это и библиотека на Советской, 3, библиотека семейного чтения, и Щелковская юношеская библиотека на Талсинской, 4А. Поэтому библиотеки, все остальные библиотеки открыты для читателей. Детская библиотека рядом на Пушкина, 24. Читатели без книг не останутся ни в коем случае. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.